Здравствуйте! Вы находитесь на официальном канале ветеринарной клиники Биовет. И сегодня тема нашего ролика – как часто надо мыть аквариум. Некоторые моют раз в неделю, раз в две недели, раз в три недели, кто-то раз в месяц. Все зависит от объема аквариума во многом. Если ваш домашний водоем меньше 60 литров, то тогда его надо мыть чаще. Если вообще маленький водоем 10-15 литров, то его моют раз в неделю. Кроме того, частота помывок зависит не только от объема, но и от конкретных условий обитания и от самочувствия самих жителей аквариума, рыбок. Чистка аквариума подразумевает помывку декораций, искусственных растений и, конечно, оттирание налета со стенок. Вне зависимости от того, как часто вы делаете вот такую генеральную уборку, вам нужно один раз в неделю или один раз в две недели частично менять воду. Это обязательно. Если вам кажется, что вода мутнеет очень быстро, и вам приходится постоянно чистить и чистить аквариум, то, возможно, вам можно посоветовать поменьше корма давать рыбкам, либо проблема в фильтре. Возможно, он не справляется с количеством обитателей и с объемом воды, и тогда решение будет просто замена фильтра. Если вы густо заселяете свой аквариум, то, соответственно, и чистить, и менять воду придется чаще. Поэтому не рекомендуется слишком много рыбок заселять в аквариум, потому что иначе вы даже рискуете потерять некоторых питомцев, потому что не все рыбы приспосабливаются к частой смене воды. И существует правило, что за один месяц вода должна поменяться лишь на 1/3 от общего объема. Не больше. Если у вас аквариум больше 100 литров, то чистить его нужно редко. Если существует у вас специальное оборудование в аквариуме, то чаще всего чистят его один раз в месяц. Если же вам приходится чаще чистить большой аквариум, то, возможно, есть какие-то ошибки в его содержании. Тогда вам стоит проконсультироваться со специальными организациями, которые занимаются именно аквариумами и консультируют по этим вопросам. И тогда уже вы будете знать причину загрязнений и сможете восстановить нормальную микрофлору. Все-таки, как часто нужно чистить аквариум, зависит от данного конкретного случая. Вы будете опираться на то, как чувствуют себя рыбы, как выглядит аквариум и показания аквариумных тестов. Например, если вы видите, что стенки уже покрылись каким-то зеленоватым налетом и со дна аквариума поднимается облако грязи от малейшего движения рыб, это значит, что пора чистить. Или наоборот, вода кристально чистая, все чисто, но показания аквариумных тестов показывают, что превышена концентрация азотных соединений, то это тоже значит, что пора чистить. Используйте наши советы, заводите рыбок, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорой встречи!